Ребята, мы уже двигаемся дальше. Была немножко запиночки. Устал. Отдохнул. Немножко выпил воды. Сейчас, да, это я двигаюсь. Я иду, да, в точном направлении. Это такой сад. Вот эти интересные. Очень интересный сад. Там очень много пруд там еще. Да, скорее всего, зарядки не хватит мне вообще. Сейчас вот я чуть-чуть посниму, отвлекаюсь, потому что хочу на пруде снять. Пруд для меня очень важен. Тоже. Ну, надо сделать зарядку, потом оказывается не полностью туда. Оказывается, зря ждал. А все равно надо утром идти. Утром нужно идти. Сейчас очень хорошее, красивое место. Посмотрим, что тут они. Видите? Утро, солнце. Все вокруг цветет. Да. Весна в Нью-Йорке очень такой необычный. Необычный. Очень такой. Вот тут прудики. Это пруд такой, где можно подохнуть, посидеть, поползать. Вот там это морской цариц, вот здесь. Вот туда пойдем, сейчас надо. Я просто это запечатлеть. Вот это чуть-чуть запечатлим. Видите, там скамейки, можно посидеть. Такая, да, это в этих домах квартир очень-очень дорогие. Миллионы, миллионы, миллионы стоят. И гостиницы, кстати, стоят все. Сейчас мы пойдем к памятнику знаменитому. Я даже забыл. Сейчас помню. Я, конечно, помню это все. Посмотрим сейчас. Видите, какое красивое место. Можно посидеть, подохнуть, если желание. Если нет желания, можно двигаться дальше. Это место мне очень нравится. Это необычное место. Маргарита де ла Кольте Мемориал. Мемориал Маргарита. Посмотрим. Что-то они. Идем сюда. Вот это какой-то мемориал. Очень симпатичный. Что мне понятно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, о чем это. Да, вот о чем-то. Надпись. Смотрите. Грибок. Ну, что это? Какая-то композиция. Непонятная, конечно. Кто знает, наверное, сказка. Сказочное, что-то какое-то персонаж. Так. Вот так, километр дорог. Вот это находится в самом таком каменном джунглях мира, в Нью-Йорке, на Манхэттене. А такое впечатление, что ты в каком-нибудь Окинава, какой-нибудь остров на Японии, да, смотрите. Разве не красоты? Песик маленький. Hello, потерялся? Не. Где твоя девушка? Смотрите, смотрите. Необычное дерево. А там вот эти. Не надо в Японию ехать, смотреть вот эти. Тут уже все здесь. Ну все, ребят, мы прекращаем вот эти съемочки. Немножко в саду. Вот тут писатель что-то пишет. Надо что-то в японском стиле. Немножко погуляем. Вот здесь вот там
маленький кустарник, интересный кустарник. Ну, вот такой, в таком красивейшем месте я заканчиваю свой небольшой репортажик. Давайте двигаться в сторону озера.